Жареная трескулька, трескушка, треска, вот она такая вот. Тут фишка в том, что добавлен имбирь, насыченный на терочке имбирь, и придает вкус такой яркий, как бы рыбе. Усиливает вкус, как глутамат натрия, только полезный имбирь. Рыба с имбирем вообще заходит хорошо. Так обжарено оно, аппетитненько смотрится, трескушечка. Печень трески содержит витамин D, полезные жиры. Здесь рыбий жирок тоже просачивается. Жареная на кокосовом масле. Можно просто даже рыбий жир сам вытапливается. Без масла вредного. Куркумой посыпать можно, перчиком. Лучок обязательно. И хращал. Значит, сегодня треска у меня.